Ребята, всем привет! С вами как всегда Fishing Family. Сегодня мы приехали на новое место по рыбалке. Мы приехали сегодня рыбачить на щуку. Так, ребята, смотрите. Спокойно, да? Закинем прикормку. Реку красивую. Сейчас снимем. Вообще офигенно. Закинем чуть-чуть им прикормочку. Так, смотрите, какой карасик. Поймал папа. Он кушает. Всем здрасте. Это у нас вот такой карасик золотистый. Так, ребята, смотрите, какой живец. Так, ребята, смотрите, сейчас здесь покуснее. Либо же это укусила ее кто-то щучку, либо же она из сетки выбралась. Но мы ее отпустим и дадим ей второй шанс. Позови карасиков и щуку. Ребята, хочу поставить вот такой вот карасик. До этого у меня стояла вот такая вот, забыл, как называется, шумовка, что ли. Вот такой карасик. Надеюсь, поймаю щучку. Ну, вот ребята, такого, смотрите. Вот такого у нас пинг. Смотрите, какой окунь. Здоровенный вообще. Я понимаю. Ребята, смотрите, какой окунь. Здоровый окунь. Кабан. Да, смотрите, какая классная красота, по-моему, да. Да, смотрите, еще одна трофейная, забагренная. С наперком. Забагренная? Я и забагренная. Вот, да. Рука запуталась. Ты не та же красноперочка случайно? Которую ты выпустил, наверное. Ну, она не чуть-чуть успела, да? Перекусила. Пойду скину еще раз. Спини. Поймал здорового окуня. Значит, то, что. Ой, извините. Значит, то, что хищник гуляет и хочет. Хочет попасться ко мне. Разве? Да, смотрите, какую удав поймала красноперку здоровую. У меня такая же, да? Вот это уже, да, вот это хорошая поклевочка. Вот такая вот красноперочка. Хорошая? Да. Так, ребята. Много забросов сделала на карасика, но все равно ничего не на него не клюет почему-то. Ну, не знаю, даже ударчиков нету. Очень странно. Пробую сейчас вертушечку. Вот такую вот. Попробую сейчас ее. Посмотрим, что же будет. Посмотрите, какая хорошая красноперочка. Ох, не ожидала, что такая здоровая. Какой-то жирный червяк, вот такая вот красноперочка. Классная. Интересно. Ну, потому что это, видишь, трава. Ходи. Ходи.
Отходи. Отходи немножко. Да. Это карась здоровый, мне кажется. Хорош. Окунь. Окунь опять? Хороший. Ух ты, ребята. Смотрите, опять окунь клюнул. Я надеюсь, карась. Фига себе, первый раз ставлю окуня. Такого. Хорош, он опять такой здоровый. Ема, он еще здоровее какой-то. Это вообще, ребята, какой-то этот, непонятно кто. Классно. Ребята, вот такие классные булавки. Кстати, скоро будут поклевки. Чья вот эта удочка? Вика твоя? Угу. Скоро будут поклевки крупным планом. Буду снимать, как клюет папа, бабуля. Буду снимать, как поклевок сейчас клюет крупным планом. Что-то подклевывает и не садится, представляете? Он начинает вести и не садится. Папа! Нет, вот она, Вика, вот так. Вадика, щука! Так, Вадика, щука, ребята. Окунь? У меня живот вот. Это окунь-то. Да, это окунёк. Ладно. Ема, вот эти пыльные. Смотри, ух какой окунь. Ты а клюнул-то на что? А клюнул-то на что? На мою приманочку, понимаете? Вот такой, это окунь, офигеть. Класс. Смотрите, в общем, да. На что клюнул? В общем, Хелиус, моя, как бы... Сам, в общем, короче, смотрите, намутил здесь. Сам да, сделал. В общем, оригинально. А вообще, тут как бы нужен офсетный крючок. Но я попытался как-то сделать так. И получилась как такая приманка, но видите, и... окунь клюнул. Окунь клюнул, хотя до этого на другие ничего не клювало. Вот так вот. Ждем дальше. Смотрите. Какая бабуля красноперка. Какая она дерзкая, я не могу просто. Опять здоровая. Красноперка ладони стоит. Классная. Ребята, сквозь дебри. О, какой лапать! Хороший карась, наконец-то! Мама, улыбнись! Мама грустила, у нее ничего не клевало. Вот она вытащила карася. Не урони. Такой хороший, здоровый карась. Жирный, самое главное. Поздравляю, мама, с почином. Ох ты, ребята, какой здоровый карась. Лапки вообще. Ребята, вот офигеть. Вот у вас вот трудно так подняла, я боялась, что сорвется. Чуть не сорвался наш. Откуда? Я покажу. Вот, ребята, и папа поймал хорошего, хорошего лапотя. Смотрите, какой широкий. Так, у нас уже ночь, темно. Сосался, короче. Да. Поздравляю, папа.